Приветствую всех сегодня на канале, и сегодня будем собирать довольно-таки необычную машину. Это у нас пассажирский RAV, в принципе он в музее показан только в одной модификации, и мне кажется, больше модификаций не будет. Это не так уж и печально, в принципе. Давайте собирать его. Было очень сложно найти эту машину. Не знаю почему, но вот так вот она у меня одна осталась, я такой подумал. Блин, мне кажется, вот прям вот легко будет ее найти, но, к сожалению, нет. Ладно, такой вот у нас интересный задний бампер. Снимаем потихонечку все. Сегодня обязательно затестим, как она у нас ездит. Так, ремонтируем основание. Так. Боковые двери. Так, вторая боковая дверь. Панель. Ладно, задняя панель. Будем, короче, все панелями называть, ладно. Называю все дверьми. Крышу у нас можно отремонтировать и заднюю дверь. Так, ставим ее. Надо выбрать какой-нибудь интересный такой задний. Интересный цвет какой-нибудь нужно выбрать для этого рафа, потому что машина необычная. Машина интересная. Вот, она вроде переднеприводная. Это довольно-таки необычно, интересно. И она довольно-таки мощная. Но здесь немного. Так, в принципе, машина у нас досталась в хорошем довольно-таки состоянии. Сейчас посмотрим, что у нас по ходовой. Мне, в принципе, редко попадались машины, в которых полностью целая ходовая была. Так, ставим боковые панели. И останется только нам поставить стекла. Так, устанавливаем стекла. Практически все стекла у нас в хорошем состоянии. Так, что нам нужно купить? Ветровое стекло, заднее стекло и интерьер. Так. Так, покупаем, короче, все стекла, ладно, чтобы не путаться. Так, и вроде все. Так, ставим стекла. Так, нет, сначала капот, да, чуть ли капот не забыли. Так. Угу. И ставим стекла. Так, что у нас, что у нас, что у нас не хватает? Все, ходовая, переходим к ходовой. Ну, движок мы сейчас отремонтируем средним ремкомплектом. В принципе, я не буду тратить время на это. Так, снимаем колеса. Ну, скажу так, что мне не очень понравилось то, как выглядит ходовая. То есть она, ну, довольно-таки обычная, в принципе. Ничем не отличающаяся, неинтересная. Вот. Если сравнить, конечно, с запорожцем, сравнить ее с москвичом, то довольно-таки она примитивная. Ну ладно. Так, что у нас? Что у нас? Потихонечку что-то немножечко перебиваемся в моторный отсек. Так. Что еще? Что у нас? Чего нету? Так, нету колес. Так, ребята, продолжаем. Вот что-то вчера. Вчерашний день закончился. Вот, перешли. Так, карданный вал ставим. И остается починить заднюю часть. Сразу ремонтируем задние амортизаторы. Устанавливаем их. Так, бензобак. Ставим. И остается у нас одно колесо. Так, заднее правое колесо отремонтировано, ставим его, и на этом готово. Но нет, ребята, я забыл, я не успел поставить колпачок. А, вот, давайте их снимем для целостности картинки. База узкая, вот мне это не нравится прям. Такое ощущение, как будто серьезно, вот база примитивная, вот как у семерки. Такое ощущение, как будто просто от семерки взяли базу. Ладно, ставим полностью черные колеса. И прозрачность. Кстати, сейчас новые модели по именно автоазовские выходят, грузовые, тоже с укороченной базой. Это стрёмно выглядит. Девушенька будто только наш завод так делает. Ладно, вот так выглядит RAV. Давайте попробуем на нем покататься. Да, машинка, как видите, переднеприводная. Ой, с пробуксовочкой все. Блин, круто. Все, смотрите, машинка топит нормально.
И ее что-то очень сильно носит. Да.